Породы собак, которые не стоит заводить в квартиру. Алабай – огромный и мощный пес, предназначенный для охраны. Жить в квартире ему будет слишком тесно. А вот вольере на своей территории придется по душе. Сенбернар – очень большая, пушистая и слюнявая собака. Гулять нужно много, а мыть и вычесывать часто. Такому песику будет гораздо комфортнее жить в своем частном доме. Американский акита. По сравнению с собратьями акита и ину, они больше, а шерсть плотнее. Именно поэтому в вольере собака будет чувствовать себя комфортнее. А вообще все зависит от хозяина и его ритма жизни.